Кошка, я что-то кушать захотел. Я тоже. Может, попробуем пробраться к ящику? О, а это идея. Вперед за вкусняшками. Главное, папу не разбудить. Угарнем, конечно, в твою историю про духа поверил. А я не придумал. Мне реально сосед рассказал, что здесь живет дух мужчины. Ты что, реально поверил, дурак? Что это такое? Я не знаю. И что нам делать? Что это было? Походу, твоя история не вымысел. Капец. Пойду расскажу обо всем папе. Это что еще за фигня? Джонни, бежим отсюда. Походу, мы его разозлили. Ой, подожди. Папа, папа, проснись. Нас преследует какая-то рука, слышишь? Оск, здесь нет папы. А где он? Вы обожили память обо мне. И теперь у вас не будет не только вкусняшек, но и вашего папы. Простите. Так-то лучше, собаки. Папа? Да, и это моя рука. Я еще вечером понял, что вы меня обманываете. Я бы и так вас угостил, но меня расстраивает то, что вы мне врете. Прости! Ладно, собаки, идемте спать. А еще я вам приготовил по вкусняшке. Ура! Спасибо!